как тебя зовут? Спросите его. Саша. Как тебя зовут? Да вы, я только решился к вам подойти, а вы уже уходите. Спешите, давайте поболтаем. Меня, кстати, Владик зовут, а вас? Меня Катя зовут. Ты слышишь, нет? Назовите свое имя. Катя. Ты глупый. Здравствуйте, сюда выходите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Ха-ха-ха-ха!
ванили. Подождите, пожалуйста. Можете сюда пойти. Роботов.
Катя стоит с роботом, двигающимся. Смотрите налево. Смотрите направо, вниз. Направо, вниз. Теперь налево, вниз. Возьмите колокольчик. Да. Возьмите ручку и возьмите колокольчик. Посмотрите, отпускайте. Скоро во всех домах страны. Обладаю синтетическим интеллектом и способен к обучению. Моя база данных постоянно актуализируется. Могу работать с любым объемом информации. Но больше всего мне нравится общаться с людьми. Я обладаю эмоциональным интеллектом, различаю чувства человека, понимаю выражение глаз, могу узнавать знакомых людей. Я могу работать с клиентами, рассказывать о товарах и услугах и проводить презентации. Я очень общительный и доброжелательный робот. Ей плохо. Кики, а сколько там песни, пожалуйста? А я иду такая вся, Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рано. Слезы душат, душат. Я иду обмана, я иду такая вся, Дольче Габбана. А можно все стишок рассказать? Белая береза под моим окном принакрыла снегом. Точно серебро на пушистых ветках. Знакомиться с людьми. А руками? А руками он ничего не делает. Робот просто родом из Китая, поэтому на нем английский язык. Хотите, можете поправлять, покататься там. Еще раз скажи, сколько ты набрал очков? 8. Трудно было? Да. Что ты... трудного? Ох! А как-нибудь управляете? Задержит что-либо весу, который Ой! Не превышает вес.
куда ты? Смотри. Потанцуй. Что надо делать? Он любит, когда его гладят. Все любят. Ему типа неделя от роду, и он точная копия динозавра кромозавра. Неделя от роду, да. У них фишка в том, что в мире таких динозавров он такой не один, но они все абсолютно разные в плане характера. Они за счет своего искусственного эффекта обучаются в процессе жизни типа своей. У всех разный характер, а вот этот такой более ласковый и нежный. Да. Пойдем собаку покажешь? Пойдем собаку покажешь. Саша, сына, иди сюда. Что, их надо тоже гладить? Фокуса не хватает. А у меня, да? Что их надо делать? С ними надо играть. Просто держать? Будешь кошечку? Вот они ложатся. Будешь косточку? Давай косточку. Как? Так. Я ему дала сейчас косточку. Мимика еще разная. Он машет хвостик, он встает, садится. Смотри, укусит тебя динозавр. Он агрессивный. Видишь, какой? Снова у нас очки виртуальной реальности. Так, все, мы куда-то едем. Мы едем в каком-то туннеле, в шахту. Ой, мать, фото. Этот маленький птиц. Очень много, мне кажется, всяких роботов, больше как для игрового формата. Наверное, в будущем они заменят там всякие PlayStation, Xbox. Люди будут сидеть в таких очках, ну, как в фильме, например, первому игроку приготовиться, да, где была игра Oasis.
люди брали вот такие очки, надевали и попадали в игру. Хорошо. Так, в туннеле мы уже прокатились. Идем еще одну. Че, как? А-ля 90-е. Но у нас есть такая добрая игра. Сега Дэнди. Сзади какой-то интересный шутер. Какого ли она? Вот еще какой-то танцующий. Потанцуй. Мама, я хочу сфоткаться. Сфоткаться там? Да. Ну давай попросим. Москва. Да? Сыночка, походи маленько туда-сюда. Тебе? Да. Ты мой сын или ты робот? Знаешь, что это? Кто это? Но. Нет. О, привет! Опа, на одной ноге. Стоя! А как делать что? Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Где одень вот эту штуку? Что надо сделать? Наверное, одеть. Пик. А все? О, я хочу вот это поиграть. Это у нас робот эмоций. Он умеет злиться, радоваться, ой, и знаю, обижаться. Я знаю, как играть. Им можно вот управлять с помощью планшета. Я знаю, как. Робот такой. Ты все знаешь. Он интересный. Я знаю, как играть. Я смотрел рекламу. Злился не так давно. Как-то там помню. Так, как-то будет. Как-то я тебя сейчас с помощью кубиков сделаю. Да, невидимую сумму, представляешь? Да не, пишите так, потом сами скажу. Распечатает, да? На русском не переключает, на русском. Что-нибудь понажимай там? Сейчас он не знал. Может, ты сами пробовал такого года? Ты поднял голову.
Это лицо управления, а это? Это вот это. Да. А как повернуть? Собирай кубики. Смотри за тем, что он видит, и все. Главное то, что он видит. Ну вот, мы наконец-то разобрались, как вылез. Давай езжай на вон какой-нибудь кубик. Ой. Потихоньку. Вот, ну давай хотя бы так. Дай Кате попробовать. О, давай прямо. Оп. Опускай. Теперь Кате дай, она пусть третий попробует поставить. Экране отображается то, что видит робот перед собой. Вон же дверь открыта одна сзади. И что тут? Что тут интересного? Расскажи. Расскажите, что тут интересного? Нет, я смотрю. Дяденьки играют. О. У него даже пушки. Будущее наступило. Ой. Танцевальный батл. А, меня сейчас этот робот задавит. Ничего не объяснили, уже поехал. Ой, маму не сдави. Прикольно.
Танцевальный батл. Ой. Как? Ой, елки, сзади по лыжи. Ну, там был дарт, еще американский футбол, теннис, гольф.